вот этот сундук мне, помните, говорили, что отдадите? Да, я говорила, что я отдам. Но не знаю. Если хотите, можете. Не, ну я сейчас его точно не возьму, потому что я, ну, его отнести. А кто вам сказал, что я вам его отдам? Вы не сказали его отдам. Я, может быть, подарю вам его. Да, я сказала, может быть. Может быть, да. Я сказала, да. Может быть. А не подарить? Вот, если хотите, подарю вам вот эту шкатулку. Ой, что ж. Вот эту штуку. Вам не надо? Шкатулка? Да. А мне нечего хранить. То есть, вам это не надо, да? Не, ну как не надо? Мне просто, если бы нужно было, ну, если бы мне что-то было бы хранить, там, золотые, какой-то. Ну, она может просто украшать. Красивые у вас эти штучки всякие. Ой, ну да, да. Извините, что я трогаю. Да ничего, знаете, здесь у меня как бы обычно много вещей. Как-то... Да все нормально. Да, вот еще что. А, вот я покупалась. Я теперь взяла в эту бутылку кипяченую воду, называется молодильная. В общем, короче, кипяченую воду сливаю в эту бутылку, называется молодильная. Я вот думаю, может, кстати, ты правда куда выехал? Не слышно, не видно. Ой, нет, ну знаете, что, как говорится, что у вас? с одной стороны... Ого, есть какие-то штучки у вас. Всякие. Краски. Татьяна, а вы куда-то выезжаете отсюда? Только по делам. Вот Василий Валерьянович приезжает, он мне, так скажем, я его знаю уже с мая. С мая. Какого там 16-го года, а только по делам, в принципе. А он не спросил, что я приехал, зачем? Ну, я ему говорила, в принципе, в общем, я ему говорила, что... У вас есть друг. Ну, да, в общем, я ему как-то так говорила. С мая месяца, подождите, а я с какого месяца к вам езжу? Я его с 16-го года знаю, с мая 16-го. Понятно. Смотрите, она ждет молока. Да. Вот, так он что меня вот. Тоже ждал молока. Обратите внимание, какие у нее усы, шерсть по нанотехнологиям. Угу. Ой, в общем, такая кошка у меня. Да, ну она старенькая, да, или нет? Прекратите такие вещи, говорить, что значит, какая, посмотрите, молодая кошка. Да? Ну, в смысле, где? Ну я спрашиваю. Где это она... был вопрос. Почему? Вы имеете в виду, какого возраста она? Ну я же не знаю, ну старенькая, ну я имею в виду возрастом, ну или нет. Ну сколько ей лет? Ну она такая пушистая, здоровая. Мне кажется, пушистые здоровые кошки не всегда им бывает, там, года 3-4, наверное. Она распушилась, понимаете, это нанотехнологии, вы ее не обижаете, она мне молодеет с каждым днем, да? Мы с ней омолаживаемся. Не, я же ничего, я же не против. Шакура сказал, что ей 5 лет, но его слушать, понимаете, Шакура это кошка Аркадия, Шакура, 27-го эллинга. А, да? Она ко мне пришла, хотя он может шутить, у него еще есть, была кошка Фрося, это жених моей матерочки, а кот Ричи. Ну вот, так что вот, имейте это в виду. Ой, в общем, вот так. А что вы имеете в виду, выезжаю? В смысле, куда выезжаю? В смысле, вообще? Ну, вообще, да, гулять едете. Гулять? Ой, по поводу развлечений как-то особо... Нет, ничего такого, особо гулять как-то я, как-то нет. Не, просто спрашиваю, без никаких. Ну, да. Понятно. Ой, так что ты не делаешь. Сейчас скажем, что сколько. Что поделать, куча дел. Ну тогда, если что, вы мне скажете, стирал. Хорошо? А что сказать? Что ты мне тебе сказал? Ну я не знаю, вам его делать, не делать, покупать, не покупать. Если вам надо, я сделаю.
Я потому как, понимаете, мне надо, мне же стирать вещи надо. Ну да. А где мусор? А, мусор-то там, да? Выходим в камеру. Извините, какая у меня сумочка. Спортивная. Прекрати читать здесь, одинаково читаться. Что-что? Да это я кошке сказала. Что, она чешется? Ну да. Ругайтесь. Тут какая-то нервная стала. Кто? Вы. Я? Мне кажется, да. То есть была лучше? Была спокойнее, сейчас такая. Заведённая. Ну, уже не бывает. Ну, потому что как-то так вот надо. Что? А зачем нам столько уксуса? Уксуса? Да. Где? Ну, да. Потом там еще. Вот это для салата. Там я протираю там это или так что-то. Я такое протираю, все, что я уксус. Мать, это для салата, для меня уксус. Да. Прикольно. Ну, потому что, как говорится, все такое. В общем, нужно говорить, конечно, о позитиве. О позитиве. Но как-то вот так вот все получается. Да, все нормально. Вы не переживайте. Ну, все, что делается, делайте к лучшему. Ну да, как говорится, к лучшему. К лучшему, конечно. Еще сейчас полосну чашку. В общем, короче, был у меня зеленый чай, но, по-моему, зеленого здесь уже больше не осталось. Потом, смотрите, какой выбор конфет. Да. Какой, знаете, выбор конфет. На стол не надо прыгать, я тебе уже сказала, на стол прыгать не надо. Сиди там. Не надо на стол, она тоже хочет молока попить. Ну, понимаете, вот у меня какая кошка. Так что получается, только у меня... Вот как говорится, вот так получается. Ну, будет здоров бонус, что? Здорово. Давайте и исправляем. Кстати, и она тоже молоко. В общем, и она тоже молоко. Прикольная кошечка. Зачем вам столько телефонов? Где? Вот один здесь, один там. Вы будете с молоком или так? Не, я без молока. Без молока? Вот. Да. Смотрите. В общем. Чашку я уберу. Без молока. Ну, хорошо, я тоже выпью. Тоже я выпью. Прикольный чай какой-то. Вот у меня есть тут рахат, ну, спасибо. Ой, в общем, печенье, конфеты, в общем, берите.